Здравствуйте, мои дорогие друзья смертные, с вами Павел Первый, и это компания гномов. Вижу, Гак воскрес, воистину воскрес. Итак, друзья, возвращение легендарного Вижугага в компании гномов от нашей знакомой компании G&K, той, которая делала компанию дворфов, то есть в их стиле, вот в этом RPG-шном, огромные карты, загадки, геройчики, крутые крипы, шматьё и тому подобное. Ну, я думаю, вы помните прекрасно компанию дворфов, состоящую из трех гигантских актов. Что ж, компания гномов на данный момент пока состоит всего из одного акта, который мы, разумеется, пройдем. И по мере возможности, как будут выходить следующие акты и их переводы, я буду проходить их. Компания делалась на версию 1.29, или даже чуть больше, ну, в общем, под последние патчи пилится. Тем не менее, она прекрасно работает на 1.26, нашем любимом и более стабильном патче, поэтому будем играть на нем. Надеюсь, что проблем по ходу игры не возникнет. Собственно, сайт здесь указан в описании. Очень на него зайти, оценить оформление. Вообще, команда с хорошим подходом. Прям вот вообще очень-очень сайты делает под свои компании. Там вроде недавно редизайн сайта дворфов произошел. Короче, там есть всякая инфа, всякие новости, можете читать. Разумеется, на Хайве это тоже все есть, так что при желании можете найти и там. Ну что ж, на данный момент уже команда называется SMG, то бишь Sound Mind Games. Дали они себе вот такое название, так что не путайте их, это те же G&K. Собственно, для этой компании выпускался некий трейлер. Да, он слабоват, поэтому должен показаться все как-то хиленько. И смотреть мы его сейчас не будем, я его просто вставлю во время монтажа. Потому что у меня сейчас игра вся вверх дном перевернется, если будет это показывать. Сразу начнем с первой главы. Глава первая. Берега Иенадора. Воодушевленные старинными знаниями, обнаруженными в храме древних богов, гномы всылают флотилию к водовороту в центре мира, на поиски острова Иендор. Однако на подходе к цели корабли застигает страшный шторм. Напомню вам, кто такие гномы в мире компании гномов. Ну, вспомните тоже вторую главу, например, где их нашли, что с ними делали безликие. Почему они укрывались в этих пещерах, потом они оказались в храме и искали какую-то херню, какую-то штуку, и выли, и радовались, и так далее. Ну, в общем, собственно, вот. Здесь все те же фишки будут, что в компании дворов, в виде пропуска роликов. Пропуск роликов, кстати, организовали тут вроде как, и скорости диалогов. Что ж, поехали. Играть, естественно, будем мы на харде.
Где это я? Шторм раскидал наши корабли по сквалу Ядорских берегов. Надо выяснить, кто еще пережил крушение. Вав-вав-вав! Барка Астроноса нигде не видно. Но все-таки я чувствую, что должен жить. Он ведь наш предводитель, истинный наследник Исиньова. Придется с осторожностью собирать выживший уцелевший груз, что выкинуло на берег. Кто знает, какие опасности таит этот остров. Вав-вав-вав! Жду указаний. Угу. Голос Мэв. Ваш вердикт. Исполняю приговор. Окей. А какие спылы? Способности у Мон? Ну, самый дефолтный, то бишь целилка, сила природы, глубокое познание и землетряс. Из всего полезного целительная волна и глубокое познание, потому что дает нам больше маны. Это мусор и это мусор. Так что, очевидно, целительная волна наше все. Суд будет быстрым. Да этот гон... Но жив, но все еще без сознания. Надо вылечить его. Закон, с помощью лица учебного эликсира можно привести чувство беспамятствующих гнолов. А еще можно сделать закон, вот так. Хоба. Гнол громила. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Так, 3, 5, 7 дополнительных заданий, 3 основных. Два из которых уже суд открыт. Ну ладно. Все ясно. Так. Ваш вердикт. Карабосы против во нас. Во имя правосудия. Все ясно. Закон это я. Суд ой, ну быстрым. Вот толпы тут не хватало именем сейчас, закона. А? Ваше решение. Огласите приговор. Чертовы крабы-старперы. Исполняю приговор. Ваш вердикт. Огласите приговор. Ваше решение. Да, видно, что тут фора подтянута, крипов. Асфалано. Ваш вердикт. Именем закона. Материалы для хижины. Из них можно соорудить хижину гнолов. Закон это я. Хм. Суд будет быстрым. Все ясно. Ну, нам нужно найти рудник, а здесь вообще что-то как-то халтурненько. Где список целей? Суд будет быстрым. Сколько эликсиров? Закон это я. Жду указаний. Так, исцелись. Все ясно. Асфалано. Суд будет быстрым. Жду указаний. Ваше решение. Исполняю приговор. Именем закона. Так, надо по всему берегу бегать. Во имя правосудия. Закон это я. Пусть покалечится. Жду указаний. Вернемся обратно, где начинали. Надо избавиться от этих крабиков. Ваше решение. Так, ну вот страж. Шаман. Огласите приговор. Юнитов даже не поменяли. Да свершится правосудие. Суд будет быстрым. Именем закона. Так, крабик. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Ага. Все ясно. Во имя правосудия. Асфалано. Стоять. Исполняю приговор. Именем закона. Огласите приговор. Ваше решение. Закон это я. Все ясно. Исполняю приговор. Закон это я. Все ясно. Закон это я. Так, еще один гнолик. Зел команд, еще один гнолик. Все ясно. Во имя правосудия. Ой, сколько ж тут эликсиров. Будет быстрым. О, гнолы надзирателя держат в плену две гидры. Ваш вердикт.
ваше решение? Что за культ Хайль Гидра? Все ясно. Во имя правосудия. Все ясно. Во имя правосудия. Да свершится правосудие. Именем закона. Все ясно. Так, еще материалы для хижины. Слишком много хижин. Ваш вердикт. Закон это я. Так, ну чё, попробуем удалять гидр. В принципе, шансы есть у нас. Асфалано. Ваше решение. Сначала убиваем маленькую, чтобы не народилось больше тут. О! Ваш вердикт. Хорош. Теперь убиваем большую. Ваше решение. Огласите приговор. И получаем из нее малышей. Закон это я. Асфалано. Ваш вердикт. Во имя правосудия. Блин, слушайте, бонусы Асфалано. Прям какие-то, а? Огласите приговор. Все ясно. Маска Соби, интеллект. Ну, прям вот, вау. Асфалано. Рай для хилов. Во имя правосудия. Закон это я. Суд будет быстрым. Именем закона. Так, не забываем о том, что надо тыкать наших крепцов. Мало ли что с них там упадет. Во имя правосудия. Закон это я. То есть не крепцов, а животненьких. Маленьких-маленьких. Закон это я. Во имя правосудия. Так, ну тут вроде ничего нет. Суд будет быстрым. Исполняю приговор. Во имя правосудия. Именем закона. Суд будет быстрым. Все, кто стадут, то дальше. Закон так, я. Черт. Огласите даже права. У таких... Ваш вердикт. Даже у животных фора повышенная. Кек. Да свершится правосудие. Это немного забавно. Во имя правосудия. Так, я вижу тут выход наверх. Мы то вернемся попозже, наверное. Закон это я. Да сколько их там материалов для хижины во этой? Имя правосудия. Суд будет быстрым. А? Асфалано. Раки приперлись. Закон это я. Уродец. Суд будет быстрым. Закон это я. Все ясно. Исполняю приговор. О, гнул рабочий. Ваше решение. Асфалано. Серьезно? Как он оказался в числе танков? Некуда класть. Огласите приговор. Ой, мау. Все ясно. Мау. Во имя правосудия. Асфалано. Название гнома рабочего говорит само за себя. Он может возводить постройки и чинить их. Собирать древесину и золото на руднике. Огласите приговор. Так, хижина гномов это что-то вроде источника пищи. Ага. Ваш вердикт. Ясно. Но мне надо было место освободить, вот я и освободил. Жду указаний. Во имя правосудия. Асфалано. Суд будет быстрым. Господи, такой рай, а. Закон это я. Суд будет быстрым. Блин, амулет энергии, маска Соби, глубокое познание. Ох и ах и только. Ваше решение. Кажется, здесь была рукотворная дорога, но джунгли вернули эту землю себе. Ау! И видно, что в деревьях затаились какие-то крупные существа. Ава-ва-ва-ваф. Все ясно. Во имя правосудия. Суд будет. Так, во имя вижу Гага, выходите оттуда. Слава вижу Гагу. Огласите приговор. Ой. Суд будет быстрым.
Тише вы. Ваше решение? Да свершится правосудие. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Так, снесите деревья, прикрывшие путь на север. Все ясно. Окей, нам бы что-нибудь вроде лесопилки. Во имя правосудия. Такое тут есть. Нам бы и хижин побольше. Вот. Тут еще одну поставлю. Ваш вердикт. Так, направляемся сюда. Во имя правосудия. Камень воскрешения. Камень воскрешения можно оживлять погибших героев. Во имя правосудия. Че, рексары дофига, что ли? Суд будет быстрым. Все. Суд будет быстрым. Уничтожено. Закон это я. Суд будет быстрым. Все ясно. Во имя правосудия. Воу-воу-воу-воу-воу. Все ясно. А чё жесткие такие? Ваше решение. Суд будет быстрым. Так, закон понятно. Суд будет уходим, быстрым. Ребят. Все ясно. Огласите приговор. Асфалано. Закон троих не потянем. Во имя правосудия. Жду указаний. Ваше решение. Тут надо соображать. Асфалано. Суд будет быстрым. Жду указаний. Все ясно. Во имя правосудия. Закон это я. Суд будет быстрым. Ваш вердикт. Все ясно. Именем закона. Асфалано. Так, мочи уродцев. О! Хилочку вкачали. Ваш вердикт. И хижина какая-то. Тут развилка. Так, целебный повод. Что ты умеешь? Устанавливай 700 айди здоровья героя в течение 45 секунд. Это, конечно, круто, но зачем ей это именно сейчас? Так. Любопытно. Похоже, это старинное святилище Гуратула, духовного хранителя гнолов. Судя по всему, его построили еще во время древнего Ионадора. Внутри ничего нет, кроме каких-то поистелевших одежд, сломанных копий, фонарей. Щугу растут странные грибы. Копия и фонари? Согласно некоторым преданиям, наши волфы использовали эти предметы в своих ритуалах. Поясните тайну храма Гуратула. Так. Духовный фонарь. Вы можете помещать предметы внутрь храма и брать их оттуда. Для этого рядом с храмом должен находиться герой. Светоч духа. Этот духовный фонарь должен освещать путь в мир духов, однако в нем нет масла. Это копье сломано. Они и впрямь странные. Время не пожалело эти одежды. Я так полагаю, по логике, нам понадобится зажечь светоч и найти нормальное копье. Так что побегаем, поищем. Огласите приговор. Исполняю приговор. Так, а тут у нас что? Я чувствую в воздухе темную магию. Она пропитывает порчи этот участок леса. Так, я бы... Гнолы там что-то распевают, но я не могу разобрать смысл.
По-моему, это какой-то старинный яндорский диалект. Ава-вав. Не клянусь к нормам, чужаки. Прошу прощения за то, что нарушили ваш обряд. Мы явились с миром, мы надеемся, что сын здешнее королевство Гдо, павшее много лет назад. Ау-ау-ау. Неверные! Эти острова принадлежат только лишь сынам Иану, Нагу и могучих Нага и Яби. У таких, как вы, нет права вступать на эту землю, уж тем более в эти свиняющие сады. Подобная дерзость карается смертью. Жуть. Гновы терминаторы. Во имя правосудия. Ваш вердикт. Все ясно. Суд будет быстро. Как он из копья так выпускает? Закон это я. Ай, порченное древо. Блин, у них же не... Так много урона. Стой, 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 стой. Да, блин, издеваешься. Все ясно. Что за уродство, а? Мочи козлов. Огласите приговор. Суд будет быстро. Ваше решение? Все ясно. Ваш вердикт? Во имя правосудия. Долбаные деревья, а? Закон это я. Ваш вердикт. Суд будет быстро. Просто тонны маны у них. На всех наложили свои долбаные увечья. Ваше решение. Во имя правосудия. Статуэтка демона. Правосудие. Ну, это определенно может помочь. Ваш вердикт. Огласите приговор. Так, добиваем, отступаем. Суд будет быстрым. Все ясно. Во имя правосудия. Чтобы не париться. Жду указаний. Исполняю приговор. О, шикарно. Кого же ты бьешь, глупый, глупый пень? Давай, 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 давай. Все ясно. Закон это я. Суд будет быстрым. Закон это я. Все ясно. Суд будет быстрым. Ах ты, пень. Разрушил своего собрата. Как ты посмел? Кирляндия, как ты допускаешь такое? Твои фиолетовые собратья убивают друг друга. Все ясно. Во имя правосудия. Все ясно. Закон это я. Все ясно. Во имя правосудия. Все ясно. Во имя правосудия. Закон это я. Суд будет быстрым. Все ясно. Закон это я. Во имя правосудия. Все ясно. Во имя правосудия. Закон это я. Во имя правосудия. Закон это я. Во имя правосудия. Ваше решение. Суд будет быстрым. Закон это я. Все ясно. Суд будет быстрым. Закон это я. Все ясно. Во имя правосудия. Все ясно. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Все ясно. 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 Закон это я. Во имя правосудия. Закон это я. Так, отлично. Приговор. Жду указаний. И затратили порченный источник жизни. Ваше можно решение. Помещать предметы. Но, очевидно, нужна какая-то штука, которая исцелит его. Суд будет быстрым. Закон это я. Во имя правосудия. Ладненько. Ова. Эти гновы соорудили мощную защиту для своего рудника. Иди уже с большой осторожностью. Срань. Закон это я. Суд будет быстрым. Так, рудник найден. Во имя правосудия. Ой. Так, пока рискованно туда идти. Суд будет быстрым. Хотя, с другой стороны, у нас есть он, но там... Огласите приговор. Да. В общем, рискованно. Закон это я. Так, казармы не хотите построить? Господи. Какие они толстые, а? Ваш вердикт.
Суд будет быстрым. Все ясно. А ты кто такой? Похоже, это изваяние полубога Кинария, властителя лесов, или одного из его сыновей. В некоторых рукописях действительно рассказывается о том, как его потомки обучили нас искусству друидов еще задолго до падения Яндора. Яннадора. Правда, это довольно необычное место для статуи. Так, а еще тут колодец. Добро пожаловать в мою рощу. Давно я не видал здесь столь чистых душ. Прошу, идите ко мне и напитайте мои сохшие корни. Асфалано. Ваше решение? Ваш вердикт? Суд будет быстрым. Асфалано. Жду указаний. Ваше решение. Твою мать, а чё корни такие жесткие? Понятно. Чё, так и не построил, что ли? Так, долбанный крабик, а? Да, туда не пройти. Закон это я. Во имя правосудия. Ни туда, ни сюда, как говорится. Ваше решение? Все ясно. Так, ладненько. Закон это я. Допустим, пока суд туда рано. Быстро. Не будем трогать это. Закон это я. Огласите приговор. Все ясно. Сделано. Так, исследуем. Ваш вердикт. Во имя правосудия. Закон это я. Очевидно, этот сад своего рода святилище. О, господи. Чудище джунглей определенно поклоняется тому древу. Тарзаны. Скачет перед деревом. Все ясно. Как тарзаны. Во имя ой-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 ой, слишком долго. Закон это я. Во имя правосудия. Огласите приговор. Да. Жду указаний. Во всех местах противники нас ждут. Ваш вердикт. Ну, здесь самые наименее жесткие. Все ясно. Ну, блин, дерись. Во имя правосудия. Все ясно. Закон это я. Этих мы можем убить. Ну блин, небо рудник этот, а? Закон это я. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Закон это я. Во имя правосудия. И проблемы бы, наверное, все решил. Суд будет быстрым. Вместе с рудником. Закон это я. Суд будет блин, быстрым. Какое ж тут неудобное и место закона. Для битвы, а? Исполняю приговор. Все ясно. Вам бить больше некого, что ли, а? Свершится правосудие. Огласите приговор. Мочи уродцев. Закон это я. Жду указаний. Ваше решение. Огласите приговор. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Жду указаний. Все ясно. Плод маны, очевидно, восстанавливает ману постепенно, как и здоровье. Все ясно. Ай, куда ты лезешь, карманник? Огласите приговор. Да чтоб ваш вас, вердикт. Чё вы все в рознь бегаете? Ваш вердикт. Огласите приговор. Отлично. Асфалано. Закон это я. Так,
дерево изобилия. В нем всякие плоды продаются. За дерево. Ух ты. Огласите приговор. Ваш вердикт. Можем покачать нашу героиню. О. Асфалано. Кажется, у меня есть идея. Ваш вердикт. Суд будет быстрым. Масляный плод, как раз вот оно, масло. Надеюсь, они соединятся. Ваше решение. Все ясно. Закон это я. Во имя правосудия. Ладно, пока пусть тут полежит. Закон это я. Что у нас еще крутое есть? Можем мудрость покачать. По крайней мере, расчет на урон. А можем опыт покачать до 5 уровня аж. И будет хил 3 уровня. Давайте так. Ой, да ладно вам. Все в долбанном КД. А количество плодов ограничено. Всего 3. Говнючий плод, то есть дерево. Закон это я. Ваш вердикт. КД типа да, есть, но очень долгое. Во имя правосудия. Закон это я. Не будет вам 5 уровня сейчас. Ваше решение. Некуда класть. Во имя правосудия. Ну ладненько. Так. Я думаю, нам стоит парочку громил поставить, построить, сделать. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Ваше решение. И придумать способ уничтожения этого лагеря. Да, в пятером. Ну, уже в шестером, но... Класс. Жду указаний. Закон это я. Все ясно. Ваш вердикт. Суд будет быстрым. Все ясно. Закон это я. Во имя правосудия. Все ясно. Стоять, стоять, стоять. Суд будет быстрым. Именем закона. Стоять, говорю. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну и уроны у вас там, конечно. Все ясно. Во имя правосудия. Тихо, тихо, тихо. Не мешало кого-то. Да блин, почему вечно дальники где-то впереди? Ваше решение. Блин, а. Вот жуть. Закон это я. Да свершится правосудие. Мочи уродцев. Ваш вердикт. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Исполняю приговор. Все ясно. Во имя правосудия. Блин, его убьет. Суд будет быстрым. Закон тут я никак не мог. Асфалано. Суд будет быстрым. Ну, хоть вот он один остался. У него что, еще сплэш какой-то? Огласите приговор. Пиздец. Все ясно. Извините. Суд будет быстрым. Все ясно. Закон это я. Все ясно. Ваше решение. Закон это я. Именем закона. Все ясно. Закон это я. Все ясно. Суд будет быстрым. Закон это я. Вот его надо мочить. Он самый дохлый, можно сказать. Ну, Саляндрий, давай посражаемся немного. Ваше решение. А, да, правда, теперь мне надо где-то золото добыть. Хотя есть у меня золото, если я продам вот этот мусор. Исполняю приговор. Асфалано. Во имя правосудия. Закон это я. Суд будет быстрым. Закон это я.
Поганые гновы. Жду указаний. Все ясно. Ща умершлю вас. Огласите приговор. Жду указаний. Так, хорошо, от стражи избавились. Теперь надо гению придумать способ избавиться от этих долбанных. Ой, да ладно, там еще. Суд будет быстрым. Закон это я. Ваше решение. Это не все, да. Во имя правосудия. Жду указаний. О, голда накопилась. Асфалано. Ваше решение. Все ясно. Ж, ладно, это риск, но можем попробовать отправить гномов, что у нас есть на башне. Да блин, откуда там еще гномы? Вы новых делаете, что ли, а? Закон это я. Огласите приговор. Все ясно. Ваше решение. Ваш вердикт. Во имя правосудия. Именем закона. Скажите, что... Да ладно, они новых делают. Суд будет быстрым. Ну да. Классно. Пока мы двоих убиваем, приходят еще несколько новых. Еще двое, по крайней мере. И вот тут хоть убейся. Ничего не сделаешь. Да, мне пришлось пожертвовать одним гномом ради этой убийственной операции. А ну-ка прекратили строить. Да ну, мы это не потянем. Не-не-не-не-не-не-не. Не потянем мы. Нужна больше армия. А вообще это же фарм голды. Давайте нафармим армию и убьем их всех. Гениальная идея, правда? Все ясно. Во имя правосудия. Буду просто армию фармить. Все. Ваш вердикт. Закон это я. Суд будет быстрым. Огласите приговор. Ваше решение. Во имя правосудия. Огласите приговор. Там, когда ее достаточно накопится, можно будет. Ваше решение. Закон это я. Ну, вы поняли, что можно будет. Закон это я. Суд будет быстрым. Все ясно. Ваш вердикт. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Так, надо, наверное, сожрать плод. Во имя правосудия. Асфалано. Огласите приговор. Закон это я. А то так у меня маны не хватает жутко. Что ж, за это время еще, наверное, парочка прибавится. Закон это я. Все ясно. Суд будет быстрым. Тут как раз валяется на халяву. Все ясно. 400, ну почти вся. Ваше решение. Ух, теней там сколько. Море. Правда, как нам по голде теперь отбиться, я не знаю. Все ясно.
что-нибудь придумаем. И те же стратегии гений. Стратегии гений. Да. Тут может ультимейт пригодится на самом-то деле. Да, я пока дальше не хочу идти. Все, успокойтесь. Все под контролем. Я знаю, что делаю. Жду указаний. Не спорьте. Тут будет быстро. Ваше решение? Что ж, в нашем отряде на целых 3 гнова закон больше. Так что шансы наши увеличиваются. Ваш вердикт. Огласите приговор. Ваше решение? А если бы я, конечно, сохранял всех, у нас был бы полный стак, по крайней мере. Асфалано. Жду указаний. Ваше решение. Суд будет быстрым. Исполняю приговор. Уже четверо тут. Уродцы. Закон это я. Мочи их. Жду указаний. Во имя правосудия. Все ясно. Закон это я. Ваш вердикт. Асфалано. Ясно. Огласите приговор. Ваше решение. Во имя правосудия. Жду указаний. Да блин, чё КД такое долгое, а? Все ясно. Именем закона. Суд будет быстрым. Ну ты косая, конечно. Исполняю приговор. Огласите приговор. Да свершится так, правосудие. Мочи его, а. Именем закона. Мочи, уродца. Ваше решение. Закон это я. Да свершится правосудие. Так, отлично, раз возбито. Ее, бойс. Исполняю приговор. Ваш вердикт. Все ясно. Суд будет быстрым. Осталось нафармить голду. Жду указаний. Все ясно. И дело в шляпе. Ваше решение. Асфалано. Ваш вердикт. Огласите приговор. Мне бы гаудиков немножечко. Прям вот малость не хватает. Ух ты. Там кто-то есть. Это неплохое место для постройки великого логова. О! Золото на халяву строим.